очень полезная конференция. Много информации от именитых компаний, представлены практические кейсы. Есть методологические доклады, которые позволили понять, как происходит оценка стоимости проектов. Стоимостная оценка сейчас выходит, в общем-то, на первый план во многих компаниях. Очень важно уметь оценивать проекты по стоимости на самых начальных стадиях. Очень важно иметь нормы выполнения проектов, реализации проектов. И все это было показано и рассказано. Спасибо.